случай могу сказать, что открылся киоск «Стрелки», им тоже можно воспользоваться. В общем, занимайте места поудобнее, мы начинаем. И для начала, как обычно, мы предлагаем похлопать друг другу, что мы собрались в такую рань в очередной раз. Кстати говоря, в 35-й раз. Сегодня 35-я лекция Creative Mornings в Москве. И мы, как обычно, спрашиваем, кто впервые сегодня пришел на Creative Mornings. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие люди? Добро пожаловать в нашу уютную, милую секту. Вот, уже 3 года и 1 месяц мы делаем этот проект в Москве. И для новеньких мы сейчас коротко расскажем, что это за проект, как он появился. Но прежде у нас есть еще одна радостная новость. Наш Ислам, один из организаторов Creative Mornings в Москве, сегодня именинник, у него день рождения. Давайте похлопаем ему все вместе. Ислам, будь здоров и счастлив, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты с нами. Ну так вот, если говорить коротенько про Creative Mornings, то это для новеньких. Проект международный, очень большой, существует во многих-многих городах мира. Вот здесь написано 150, но на самом деле больше. Да, уже где-то, наверное, 160. Вот, он существует с 2008 года, появился в Нью-Йорке, придумала делать его швейцарский дизайнер Тина Рот Айзенберг. Она поняла, что даже творческие профессионалы порой начинают слишком погружаться в свои проекты, в свою работу и все меньше-меньше видят нового по сторонам. И тогда она решила, а почему бы не собираться один раз в месяц, рано утром, в пятницу, в каком-нибудь интересном месте и слушать какого-нибудь хорошего профессионала, чтобы он поделился опытом, вдохновлял людей. И вот оно понеслось по всем городам, по всему миру и сейчас во многих-многих странах. В России, кстати, он проходит, проект проходит в Москве и в Санкт-Петербурге, так что если кто-то из вас вдруг окажется в Питере, следите тоже за анонсами. Да, кстати, у них тоже сегодня лекция. Да. Они появились чуть-чуть попозже, чем мы в Москве, но тем не менее у них тоже все здорово идет и развивается. Если вы из других городов и поедете к себе на родину в ближайшее время, мы готовы делиться опытом и рассказывать, как запускать Creative Mornings. Проект этот некоммерческий, волонтерский. Все, что мы делаем, потому что нам это нравится и нам хочется. И мы поблагодарим всех людей, которые нам в этом помогают. Поэтому чуть-чуть внимания, любви и уважения к ним мы сейчас и попросим. MailChimp — это наш глобальный партнер, который поддерживает Creative Mornings во всем мире и помогает нам делать нашу классную рассылку. И, собственно говоря, если вы еще не знаете, рассылка московской главы Creative Mornings, она помогает вам чуть-чуть раньше, чем все остальные, узнать о том, что регистрация открылась, потому что не всегда мы можем вместить всех желающих. К счастью, когда мы на стрелке, этой проблемы не возникает, но иногда она бывает. Поэтому подписывайтесь на рассылку, и иногда мы присылаем очень интересные вещи помимо. Да, мы все мечтаем начать делать дополнительную рассылку про вакансии интересные, да. Но руки не доходят. Может быть, как появится у нас какой-нибудь чудесный волонтер и поможет нам с этим. Посмотрим. Да, кстати, если вы хотите присоединяться каким-либо образом к нашему проекту, мы открыты. Огромное спасибо Институту медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где мы собираемся не первый раз, и я бы даже сказал, не первый год. Супер большая новость. «Стрелка» объявила тему нового учебного года, и уже открылась возможность подавать заявку и претендовать на эту почетную роль студента «Стрелки». Заходите на сайт стрелка.com и все-все-все там узнаете. Кстати, если вы здесь во дворе «Стрелки» бываете не очень часто, может быть, вы не знаете, что здесь летом всегда проходит публичная образовательная программа, которая доступна для всех. И вот в разделе «События» вы можете посмотреть, чем закончится очередное лето на «Стрелке». Здесь будет еще много интересных лекций и мероприятий. Наш новый партнер и наши новые друзья — это проект «Учеба.ру», и у них есть новая инициатива, которая называется «Учеба Лайф». «Учеба Лайф» — это трансляции с разных лекций, образовательных мероприятий, и вот сейчас есть трансляция на сайте «Учеба Лайф», мы ее должны были где-то поставить в Фейсбуке. Да. И если ваши друзья не доехали, то можете сказать им, что вот есть трансляция, пусть смотрят. Если и также, если проспали. Вдруг вы захотите посмотреть еще раз, то там же это можно будет сделать. И мы, как обычно, хотим поблагодарить всех людей, которые рисуют скетчи. Мы выбрали 3 автора, и это все 3 прекрасные девушки. Скетчи рисуют... Лидия Колесникова, Ольга Воропаева и Настя Юркевич. Если вдруг вы сегодня здесь...
то приходите к нам после лекции. Мы вам вручим прекрасные книги от издательства «Манованов и Фербер» «Скетчи». Это для тех, кто только начинает рисовать, и для тех, кто уже давно начал, но как-то практикует и хочет что-то новое узнать. А еще мы всегда радуемся вашим фотографиям в Инстаграме, и за лучшие фотки мы дарим ручки Лами. Это наши партнеры, которые предоставляют нам эти чудесные, я бы даже так сказал, произведения искусства, дизайнерские ручки Лами, которые делаются много лет уже в Германии. И вот три фотографии мы выбрали в этот раз. Пекарчук, Blond Shape, Тугарин Фото. Подходите после лекции, если вы здесь, мы вам подарим ручки. А также выкладывайте фотографии в Инстаграм, если вы сегодня что-то снимали или планируете снимать, с нашим хэштегом CMMOW. Вот здесь он написан. Или Creative Mornings. Ну да, лучше и то, и другое. Ну и мы всегда благодарим людей, которые помогают нам делать завтрак. Без вот этого очередь, Creative Dim, Mornings. Очередь. Да, я вижу. Вот это моя любимая картинка на фотографиях, когда люди стоят в очереди за кофе или за чем-то еще. Спасибо нашим новым друзьям. Проект называется «Четыре кекса». Они сегодня угощали вас кофе и очень вкусными кексами. Ребята только-только начинают и запускают свой проект, но уже к ним можно приходить. Они на Покровке 16 работают. И ждут вас. И ждут вас, безусловно. Большое спасибо хотим сказать нашим также новым партнерам Bananas Food. Все, что вы съели сегодня с бананами, это должно было, во-первых, поднять вам настроение, а во-вторых, теперь вы узнали новый прекрасный фуд-проект. Также большое спасибо Кате и ее проекту Cates and Cakes. Вкусные мини-кексы тоже расхватали буквально за минуту. Я думаю, что те, кто расхватали, попробовали и поняли, что очень вкусно. Да, кстати, мужики, обратите внимание на эти кексы. Они бывают с икрой, с селедкой, с ветчиной. Ну, в общем, это те кексы, которые прям действительно стоят внимания. И еще один наш любимый проект — «Вечно худеющая тетя Катя». Это блог о вкусной и здоровой еде, где вы можете узнавать рецепты. И заказывать ребята... торты. Да, кексы, и всякую вкусноту. Спасибо большое. И еще одна приятная новость, о которой бывалые зрители и слушатели Creative Monix, конечно, знают. В конце можно будет задавать вопросы нашим спикерам. Мы выберем потом каким-то чудесным образом три запомнившихся лучших вопроса и подарим вам книжки от наших друзей и партнеров издательства «Ман, Иванов и Фербер». Книжка 13.8 «В поисках истинного возраста, вселенной и теории всего». Ну что, практически мы подобрались к самому главному. Как вы знаете, каждый месяц во всех городах, где присутствует проект Creative Mornings, раскрывается одна и та же тема. Тема этого месяца довольно сложная. Weird. Yep. Странное, мистическое, непонятное. Мы долго думали и подступались, а тут вспомнили, что очень давно мы хотели пригласить этих людей к нам на Creative Mornings, и вот тут оно, в общем, кажется, нам все совпало. Звезды сошлись. Да, сошлись. В августе. А вообще, чтобы вы масштаб понимали, я сделал принтскрин, и это далеко не все города, где именно сегодня, 26-го, проходит лекция Creative Mornings. Здесь и Роттердам, и Прага, и Лондон, и Монреаль, Оттава, и так далее, и так далее, и так далее. И вот Москва. И в Москве мы решили пригласить сегодня на эту лекцию арт-группу AES Plus F под ваши бурные аплодисменты. Я лично сильно горжусь и радуюсь, что у нас это получилось. И мы, собственно, послушаем сегодня о феномене странного и сверхъестественного в эпоху современных медиа и виртуальной реальности. Сможем позадавать вопросы и пообщаться. Я буду еще выполнять роль оператора, включающего и выключающего презентации. Надеюсь, как-нибудь мы с этим совсем справимся. Ну что, мы, пожалуй, приступаем. Микрофоны должны быть уже подключены и должны работать. Можно проверить. Да? Раз, два, три. Да? Работают? Раз, два, три. Работает. Раз, раз. Да. Угу. Ага. Вполне возможно, что наше выступление будет несколько контрастным к прекрасным сладким кексам и к этому прекрасному солнечному утру. Но, тем не менее, понятие weird, оно включает и некоторую контрастность, разнообразие и, конечно, выход из какого-то стереотипа. Вообще, чтобы закончить с этим словом и перейти уже непосредственно к проектам, надо сказать, что
все современное искусство, оно изначально должно быть weird. То есть оно должно выходить из каких-то стереотипов и рамок, отличаться от других, привлекать своей странностью, не иметь однозначных интерпретаций и так далее и тому подобное. Но то, чем занимались и занимаемся мы, это как раз те странности, непонятности и неожиданности, которые и такой выход из стереотипа, которые потом оказываются, или они уже присутствуют, но, может, не все их видят, как раз становятся нашей реальностью. То есть это вот такая странная странность, которая потом делается не странностью после того, как к ней прикоснулись вот такая художественная интерпретация. Вот, и мы очень быстро покажем вам несколько проектов на эту тему. Сначала такой небольшой комментарий будет каждому проекту, потом он будет показан визуально. Первое, что мы хотели показать, это довольно известный исламский проект, сделанный нами в 96 году, и вот он как раз является, по-моему, хорошей иллюстрацией, о чем я говорил, что то, что сначала кажется диким, неожиданным и странным, потом оказывается почти реальностью, или даже реальность превосходит художественное воображение. То есть в 96 году мы представились, когда все говорили про глобализацию и про конец истории, про то, что так называемая западная цивилизация распространяется на второй и третий мир, и что все делается таким прекрасным капитализмом. Хочется опять вспомнить про кексы. Вот мы придумали такую обратную глобализацию, то есть глобализацию наоборот, что в те времена было странно. То есть мы представили себе исламизацию таких западных культурных фетишей. То есть музей Гугенхайм в Нью-Йорке, в Бильбао. Иногда это было очень... Ну так, мы еще архитекторы по образованию. Нам было очень приятно сочинять такие культурные миксы. Там, например, в Бильбао это был вот этот серебристый металлический поверхности Гере, сочетаемые с золотыми минаретами. Ну, куполами и минаретами именно, да. Ну, вот такой... Иногда это носило более такой агрессивный характер, как, например, отрубленные руки коррупционеров в Москве на Красной площади после прихода к власти таких исламистов. Иногда это был такой чисто культурный, декоративный момент, ну, который говорит о том, что не обязательно ценности западного модернизма должны доминировать в мире, что вот то, что западной культурой воспринимается как экзотика или как кич, это тоже имеет право быть. И вот поэтому... Ну, в современной вот этой ситуации миграции и такого смешения культур. И поэтому какие-то имиджи носят такой чисто эстетический характер. И вот с особым удовольствием мы, конечно, работали с модернизмом, получали от этого большое удовольствие. Ну, можно просто теперь посмотреть на эти имиджи и... Вот еще раз хочу сказать, что пример, когда то, что сначала воспринимается странным, потом входит в реальность. Но в частности, нами было угадано буквальное уничтожение вот этих башен-близнецов в Нью-Йорке, на месте которых мы построили... Вот то, что теперь является Айя София
в Стамбуле, и что в свое время, в 15 веке, была, значит, христианская церковь, христианский собор, переделанный в мечеть. А, ну вот еще мы тут видим один объект, примерно на ту же тему. Это молодой и прекрасный Осама бен Ладен, который еще не был убит, как такой элемент восточной сказки, и который в русском космическом костюме парил где-то в космосе, то есть был в то время неуловим. История этого проекта, она как раз история двух миллениумов. Вот на новый миллениум, значит, наши знакомые в Варшаве, прекрасные кураторы, придумали некую историю про новый апокалипсис. И собрали ряд... Страшный суд, короче. Вот и собрали, значит, уже группу художников, но этот проект не получился. Мы, тем не менее, сделали этот проект. Называется он «Дефиле». И он, ну, он такой. То есть были сняты модели, которые, мягко говоря, не живые, и одеты виртуально в кутюрные и очень модные одежды. Мы тут как бы вспоминали для себя, на самом деле, Джакомо Леопарди. Это такой потрясающий итальянский поэт из провинции Марке. Вот. И он в числе поэзии писал такие драматические произведения. Не длинные, но необычайно философские и прекрасные. Вот одно из них — это диалог двух сестер, одна из которых говорит: «Вот... ты живешь вечно, ты совершенно не подвержена ни времени, ничему. А я, бедная, живу один день и, как бабочка, значит, умираю с заходом солнца». И масса, значит, разговоров между двумя сестрами о бренности и так далее, и так далее. И потом в конце этого диалога, не длинного, но очень такого насыщенного, мы вдруг понимаем, что это диалог между двумя сестрами. Одну из сестер зовут Смерть, другую зовут Мода. И, в общем, здесь для нас было очень важно вот это соединение такой быстротечной и абсолютно, на самом деле, спасительной для человека вещи, как мода, потому что мода отвлекает, с одной стороны, с другой стороны, она глубоко эстетична, она действительно уводит в сторону такие мрачные размышления о бренности, но вот как раз соединить с нашими неживыми моделями, которые были нами же отобраны, это был такой достаточно мучительный и психологический, как угодно, кастинг. Но художник иногда должен спускаться, что называется, в царство Аида и тоже себя там почувствовать каким-то определенным образом. Вот для нас это был такой проект. Причем мы отбирали наши модели. Это было очень странное чувство. То есть ты чувствовал идентичность не менее, чем у живых людей. И в то же время ты абсолютно понимал, что между нами, как живыми людьми и художниками, и ими совершенно колоссальная пропасть. И вот это соединение моды с этими моделями для нас было очень важно. Вот я хочу добавить, что в этом проекте есть еще некие размышления на тему вообще философии бренда, как устроены вот эти фэшн-бренды в том числе, ну не только фэшн, но потому что тела этих людей мы выбирали, которые не имеют имен, то есть это неопознанные тела, которые одеты в как раз
в одежды брендов, имена которых известны чрезмерно. То есть все мы знаем имена модельеров. И вот этот контраст между такой гипертрофированной известностью и неизвестностью нас в то время очень волновало. Еще есть некоторый такой мистический момент, когда человек, который явно не имел при возможности при жизни одеваться в такую одежду, после смерти был виртуально в нее облачен. Потому что одежду мы снимали на живых моделях, одетых в такие зеленые колпаки. Ну, это, в общем, конечно, такое чисто христианское обещание, что там, за чертой, на том свете, праведники будут одеты в блистающие одежды. Вот мы попытались это, с одной стороны, буквально сделать. Но интересна еще некоторая предыстория проекта, потому что, когда мы его задумывали, мы разослали ряд предложений дизайнерам, известным международным. И очень многие откликнулись, которым очень хотелось принять участие в этом проекте, потому что в реальности мода и смерть, вот мы все знаем историю там Джани Версачи и ну, вообще ряда, так сказать, прекрасных модельеров, которые то ли кончали с собой, как вот, ну, несколько лет назад это случилось в британской трагедии, ну и так далее. Модельеры знакомы со смертью, как говорится, из первых рук. И очень многие захотели, но естественно, их остановил все-таки вот там, где проходит вот этот вот водораздел между художником и фэшн-дизайнером, их остановил бизнес. То есть их очень как художников это возбуждало, и они хотели принять участие, но да, маркетинг им не позволил. Вот, причем помогали нам очень даже известные люди, вот, поскольку проект как-то тронул и, условно говоря, группа поддержки, там мадам Миттеран, вдова, значит, президента бывшего Франции, она как-то очень все это поняла и совершенно прекрасно помогла нам налаживать связи. В результате мы пошли другим путем и как бы сделали знак моды. Это непосредственно не бренды, но это некое впечатление от моды. Так, можно следить, да. Сейчас Дима запустит следующий проект. Это скульптуры к проекту «Ластра». Это «Последнее восстание», часть трилогии, которая у нас называлась «The Liminal Space Trilogy», все посвященное тоже, в общем-то говоря, можно сказать, что вполне слово «awareness» тоже подходит к… Да, это вот вы видите фотографию нашей выставки в 2012 году в Манеже, всей трилогии. И дальше вы видите скульптуры, которые отдельно, вот как отдельная специальная часть этого проекта, раскрывают тему мутантов, мутации. Вот видите, тут у нас персонажи с крылышками, с хвостами, тема такая. То есть то, что мы не столь явно проявили в видео или в картинах, в скульптурах было более очевидно предъявлено. То есть таким образом очень интересующая, ну, как бы сказать, сегодняшнюю публику тема мутантов в самых разных аспектах и в контексте игр, в контексте даже, так сказать, каких-то биотехнологий и, возможно, даже будущего человечества в каком-то смысле, биороботов или чего-либо подобного. Вот у нас тут можно увидеть такие дивные образы. Кроме того, что сам весь проект был посвящен, ну, в целом удивительному нашему интересу к агрессии, вообще к вот
таким пограничным состоянием, странному поведению, которое где-то граничит между сексом и насилием. И в этих имиджах не всегда ясно, что, собственно, происходит. То ли это вот сцена насилия, то ли это какие-то ласки или оказание помощи раненым. Человечество не может оторваться от этой всей, от этого балета, который мы видим, и начиная с античности, затем в эпоху Ренессанса и, наконец, такой взрыв в барочную эпоху. Нам кажется, что сегодняшний мир в каком-то смысле в таком состоянии необарочном пребывает. И можно сейчас, да, ангелы и демоны, которые в каком-то смысле преемственны этой теме, тоже вот теме мутантов. Таня уже касалась апокалиптической темы. Так вот, проект наших больших скульптур, это в данном случае «Первый всадник» или «Virgin and the Beast», если обращаться к первоисточнику, который нас вдохновлял, то есть «Откровению Иоанна» или «Апокалипсису», то есть «Дева на звере». В данном случае это китайская девочка на таком детеныше тиранозавра. Одновременно она что-то, наверное, напоминает еще. Дальше есть серия, которая называется «Ангелы и демоны». Это часть вот такого единого. «Ангелы и демоны», да. Не «и», а именно «Ангелы и демоны». То есть, опять же, такие существа-мутанты, сочетающие в себе ангелическое и демоническое одновременно. Хотя в непосредственном источнике, опять же, нашего вдохновения говорится о параде ангелов и демонов. Но вот мы решили, что в силу такой вот странной природы человека, то и судить его будут тоже такие странные существа с неевропейскими лицами, младенцы, невинные на вид. Ангелов не видел никто, но мы себе вообразили их как действительно только начавших ходить и одновременно имеющих все признаки там добра и зла, такие традиционные мифологии, как крылышки в своих начальных зачатках и хвостики. Да, в разной мере. У кого больше крылья, у кого больше хвост. Но там неизвестно, у кого крылья перерастут в хвост, а хвост отвалится, или наоборот, все-таки хвост возьмет вверх, и они окажутся совершенно в другом начале. Вот тут еще важно то, что мы тоже любим делать, то есть такую репрезентацию Востока и Запада, и вот современной такой смеси и размышления, кто будет доминировать, потому что вообще вот в западной культуре хвост — это скорее что-то принадлежащее черту, сатане, вот это такого рода мутации, а крылья принадлежат ангелу. А вот у нас сделаны такие крылья, такие хвосты, которые скорее восточные, образ дракона, еще. Образ дракона, который является образом силы и такой и мудрости, и позитивности. Сейчас. Нет, пока не я расскажу, а потом просто мы будем. Сейчас последнее, что мы хотим показать. Это два трейлера к двум большим видеопроектам из трилогии. Один — это «Пир Трималхиона», и второй — «Аллегория Сакра». «Пир Трималхиона» — история про такой лакшерис-отель, шестизвездный отель, который расположен на волшебном острове, но он мог бы быть расположен и, например, где-нибудь в Дубае или где-нибудь во Вьетнаме, это сейчас уже не важно. И речь там идет о том, что показана такая жизнь этого отеля с культурой такого наслаждения, с бесконечными тренажерами, такой сексуальностью. Немножко это не то, что сделано по мотивам, но как-то параллельно следует каким-то темам Мишеля Ульбека про
вот этот про, про секс-туризм, про культуру удовольствия, про вот эти leisure-pleasure, ресорты, да, и так далее и тому подобное. Обязанность современного человека быть счастливым, молодым, спортивным, сексуальным, красиво одетым. Да, ну вот некоторое такое... Некоторый пресс вот этих обязанностей, такое бремя белого человека, ну, новое. Такой культ удовольствия, который в результате может приводить к депрессии. То есть вот такая тема этого проекта. Куда еще накладывается такая тема, некоторая такая геополитическая тема. Вообще вопрос, где сейчас первый мир, где третий, существует ли вообще сейчас третий мир. И в этом смысле такие странно-перверсивные отношения, что главная тема этого проекта, между господами и слугами. Да. Поближе. Между господами и слугами. Соответственно, во всяком отеле есть гости отеля и есть обслуживающий персонал. И вот одна из идей этого проекта, что впрямую тоже иллюстрирует слово weird, то есть такой странный, необычный и отчасти перевернутый. Это то, что мы использовали там такой известный в Риме праздник Сатурналии, который, где патриции менялись с рабами на один день. Кстати, самый короткий день в году. Да, местами. И, соответственно, их обслуживали, да, оказывали им какие-то сексуальные услуги и так далее и тому подобное. И вот у нас там в проекте такое своеобразное очень отношение между вот этими действительно обслуживающим персоналом, которые в основном из себя представляют людей из стран вот бывшего третьего мира, которые меняются местами с гостями отеля, которые из первого мира, из золотого миллиарда, и явление таких китайских поваров, которые не готовят, а только играют в гольф. Вот такой мир удовольствий, который постоянно сопровождается еще катастрофами. Но эти катастрофы минуют, и опять все приходит на такие круги свои. Ну, можем сейчас посмотреть вот этот трейлер.
который получил название одноименное по картине венецианского живописца Джованни Беллини, знаменитого венецианца. Эта картина, в общем, до сих пор такой загадочной является, и ее интерпретация неоднозначна. То есть есть версия, что это аллегория Венеции, но большинство... изобразили или представили, скажем, вот этих персонажей в современном аэропорте Хабе, таком гигантском пункте пересадки отовсюду и куда-то. Вот люди застряли в этом аэропорту, пассажиры ждут своего отправления дальше, и в этом бесконечном ожидании засыпают, просыпаются, самолеты их уже сны, больше не летают. Их сны переплетаются друг с другом. Персонажи в их снах появляются. Вы сами конструируете в самом сознании некоторый повод, который мы даем, ну, некоторую провокацию. Это, безусловно, так, да. Современный художник, он уже больше не тот маг, который рисовал счастливую охоту, и она происходила на следующее утро, мамонта забивали. Ну, нет, это уже не так, понимаете, потому что тот маг, он работал исключительно на удачу, на то, чтобы племя было сыто, но современный художник, он уже больше не маг. Функции остались, но он уже больше не маг. Нет, но тут дело не в этом, просто мы не занимаемся вот прямым предсказанием, это не может быть, то есть мы просто живем в одном поле там, сознания и подсознания, в котором и вы живете, и здесь все присутствующие. И просто оно как-то чуть более визуализировано, не более того. То есть если смотреть по времени, то примерно в те же годы, например, когда мы делали вот это «IS Witnesses of the Future» Islamic Project, ну тогда же, собственно, Сэмюэль Хантингтон писал «Clash of Civilizations», или она вышла вот буквально почти параллельно. Дальше можно сказать, что в каком-то смысле и Аль-Каида, и Усама бен Ладен в то же самое время думал о своем проекте. Но только он-то вот как раз занимался политическим проектированием. А художники улавливают скорее то, что в воздухе. То есть то, что человечество так или иначе беспокоит, каким-то образом канализируется через художественное сознание и выражается разными способами. Вот. Сказать, что искусство имеет, так сказать, возможности симпатической магии, ну, у нас же в сегодняшнем, так сказать, нашем состоянии все-таки доминирует не мистическое сознание, а более-менее рациональное, хотя и место вот виртуальному в нем тоже нашлось. Поэтому сказать, что вот художник что-то нарисовал, а все взяли и притворили в жизнь, поэтому вряд ли можно. Вот. Какая-то зависимость есть иная, скажем так. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас занимает сейчас? Над чем вы работаете в настоящее время? И что вы планируете, если можете сказать, показать публике в ближайшем будущем? Спасибо. Спасибо за вопрос, но мы предпочитаем не отвечать на это, потому что... Ну, процесс, мы работаем, да, над новыми проектами сейчас, просто процесс еще не нужно оглашать. Я бы сказал, мы заканчиваем некоторые части проекта «Inversa Mundus», который был показан в прошлом году в Венеции, в Москве, и сейчас в нескольких местах в Европе. Да, ну вот через две недели у нас будет еще одна лекция тут же на Стрелке, посвященная моде и городу. Мы там покажем трейлер из «Inversa Mundus». Ну, возможно, многие из вас видели его в прошлом году в мультимедиа-арт-музее.
в полном, так сказать, размере. Но просто в этом проекте есть еще часть там, картины, есть еще скульптуры, которые, видимо, в следующем году как-то появятся. Друзья, да. раз. Давайте попробуем еще один вопрос, если он... Да, вот. Или вот. Давайте, кто быстрее, и будем закругляться, да. Небольшой кивок. Давайте я так отойду. Да, нужно чуть-чуть отойти от колонки. Да. Небольшой кивок и поклон в вашу сторону, потому что я была на вашей инсталляции, наверное, если правильно сказать, когда была многоножка, я была с маленьким ребенком, ребенок был неугомонный, и в момент, когда побежала многоножка по экрану, она просто присела, и мы вместе просмотрели весь этот ролик восхитительный. Так что не знаю, что будет с ребенком дальше, но это было. Вот. И то, что я после него... после этой выставки, этой инсталляции испытала, это было некое изменение, что-то такое было очень интересное, потому что сон я не угадала, но это было очень красиво. Но главный такой вопрос для меня, который просто всю лекцию у меня крутится, как на вас реагировали люди, когда вы приходили, скажем, на кастинг не совсем живых людей? Кто вам их показывал, как на это реагировали? Ну, это было давно, и у нас были легальные разрешения, поэтому там были просто специалисты и все. То есть. Ну, там специалисты, которые все время работают, конечно. Специалисты абсолютно спокойные. Ну, для них, конечно, был такой тоже некоторый неожиданный опыт взаимодействия с художниками. То есть обычно они общаются... По с, иному родственниками, поводу, с родственниками, когда есть родственники, когда нет родственников, ни с кем не общаются. Да. Либо рутинно просто отправляют в крематории неопознанных лиц, их просто сжигают, и все. И это как раз один из аспектов этого проекта, то есть то, что люди, которые неизвестны, они должны были быть кремированы, и все, и ничего от них не осталось бы. Мы некоторым образом таким символическим проводили их должным образом. То есть общепринятым образом, снарядив их самым красивым образом в этот последний путь. Хотя бы виртуально. Так, хочется еще один вопрос. Почему-то хочется еще один вопрос. Давайте, в центре давно девушка тянет руку. Спасибо большое за эту возможность. У меня такой вопрос. Если делить жизнь на странную и нестранную, да, на нормальную и обычную, вы как считаете, у вас жизнь странная или нормальная? У каждого из вас. Вы свою жизнь как оцениваете? Как странную или как нормальную? Забавный вопрос. Я бы сказал, что все же странную, потому что, мы просто понимая реальность, понимаем, что, с одной стороны, когда человек чего-то очень хочет, чаще всего он этого добивается. С другой стороны, все-таки, судьба художника довольно сложная, да, и очень многим с большим трудом удается пробиваться к реализации своих замыслов и так далее. Я бы сказал, что нам каким-то странным образом везло много раз, когда все должно было сорваться, как-то получалось, и погода налаживалась. Например, когда съемки в Нью-Йорке, там на Таймс-сквер, по всему могло все сорваться, потому что нам нужна была облачная погода в середине июля, чтобы без прожекторов можно было снимать на Таймс-сквер, там их нельзя ставить, только с фотовспышками. И на наше счастье, было пасмурно 2 дня подряд, но с дождями. Ему смогли снять между дождями все, что нам было нужно. Евгений сейчас говорит чудеса. Как о художнике, как о сказочном везунчике. На самом деле это, как и везунчик, так бывает иногда просто страшно обидные, не зависящие от твоих усилий, обрушение целых проектов, целых выставок. Так что тут вопрос в этом смысле все сбалансировано. Я думаю, что скорее странность, то есть, чем норма.
Друзья, слышно меня, да? Слышно. Сейчас мы должны выбрать три вопроса, которые вам запомнились больше всего. Ну, раз вас трое, это довольно просто сделать. Попробуем, по крайней мере. На всякий случай я записывал все вопросы. Всегда это делаю. Потом бывает любопытно их перечитывать. И мы подарим авторам этих вопросов книжки «Атман, Иванов и Фербер». Также они достанутся и вам. И давайте попробуем это сделать. Кому какие вопросы запомнились или понравились? Могу их коротенько напомнить. Да? Ну вот начинали с вопроса о том, как вы вообще пришли к таким формам самовыражения. Следующий вопрос: где вы видите свое место в своих работах, внутри или за рамками? Следующий: как найти грань в искусстве между оскорблением и искусством, собственно? Следующий: синтез, перестанет ли он быть актуальным? Потом был вопрос про процесс, как вы работаете в группе и как вообще это организовано. Следующий: какое произведение искусства вы бы назвали самым странным? Был вопрос, а не может ли так оказаться, что вы нам говорите, а мы занимаемся реализацией вашего сообщения. Дальше вопрос, что вы готовите сейчас, что покажете в обозримом будущем. Предпоследний вопрос, каково было на кастинге с неживыми моделями. И последний вопрос, странная у вас жизнь или скорее норма? Ну, мне понравилось про вот вопрос про то, что мы что-то делаем, а потом... зрители это реализуют. Да, да. И самый последний вопрос про странность или норма нашей жизни. И третий давайте еще придумаем, ну чтобы уж... Странность в искусстве, то есть произведение... Самое странное произведение искусства? Отлично. Тогда, авторы этих вопросов, подходите к нам, и под бурные аплодисменты предлагаю поблагодарить группу АЕС плюс F. Друзья, еще на прощание мы хотели бы вам сказать, что если вы рисовали скетчи сегодня, как обычно, присылайте нам их в понедельник на почту moscow@creativemornings.com. А еще, если вы фотографировали, не забывайте ставить хэштеги, чтобы мы вас потом нашли и подарили вам отличные ручки Лами. Спасибо еще раз большое и спасибо Стрелке за чудесный двор и за чудесный прием. Ура!